Иван Алексеевич Воробьев, советский военный летчик, дважды Герой Советского Союза. Родился 26 августа 1921 года в деревне Горбачево, ныне Адоевского района Тульской области, в крестьянской семье. С 1937 года проживал в городе Ефремове Тульской области. В Красную армию был призван 10 ноября 1939 года Ефремовским райвоенкоматом Тульской области. С августа 1942 года участвовал в боях Великой Отечественной войны. Летчик 709-го ночного бомбардировочного авиаполка. Воевал на Сталинградском фронте. Совершил около 100 боевых вылетов на бомбардировщике У-2. Получил свою первую боевую награду – медаль за отвагу. При выполнении очередного боевого задания 19 февраля 1943 года получил легкое осколочное ранение в голову. Некоторое время лечился в госпитале. В марте 1943 года был направлен на курсы командиров звеньев 10-й учебно-тренировочный авиационный полк 8-й воздушной армии, где переучился на летчика-штурмовика. В июне 1943 года, после окончания курсов, был направлен на фронт штурмовой авиаполк. С июня 1943 года вновь участвовал в боях. Воевал на Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Правило Воробьева – быть нападающим. Участвовал в освобождении Донбасса, юга Украины и Крыма. Был награжден 2 орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 2-й степени. К маю 1944 года совершил 117 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. 10 мая 1944 года, после освобождения Севастополя, был представлен к званию Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему лейтенанту Воробьеву Ивану Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В начале 1945 года Воробьев Иван Алексеевич участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы и Польши. За свои боевые заслуги гвардии майор Воробьев награжден орденами Александра Невского и Отечественной войны 1-й степени. К апрелю 1945 года совершил 207 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. 12 апреля 1945 года во время боев в Восточной Пруссии за проявленные героизм и мужество, умелое ведение воздушных боев, личную храбрость, инициативу и ответственность, Воробьев был представлен к награждению 2-й медалью «Золотая звезда». Иван Алексеевич Воробьев награжден 14 орденами, медалями за отвагу, за боевые заслуги и другими наградами.